Ребята, быстрее сюда! Почти уже, ребята, почти! Что? Что случилось? Миллион! А представляете, что нас ждет? Ребята, вы у нас самые лучшие! Спасибо вам! Давайте в честь этого поставим 1 000 000 лайков! 1, 2, 3! Вы супер! Привет, друзья! Привет! Вы представляете, у нас сегодня 1 000 000 подписчиков! Круто! Ничего себе, это так круто, поздравляю! Да, вам так повезло. А у нас еще мало подписчиков. Да, вообще, это настолько круто! Просто супер! Давай 5! Еее, 1 000 000, да! Слушай, я тоже хочу побыстрее 1 000 000. Чего у нас только 200 тысяч? Я хочу 1 000 000, мне надо 1 000 000, я хочу золотую кнопку. Я хочу золотую кнопку. Я тоже хочу побыстрее 1 000 000. Да, я тоже. О, привет! О, привет! Привет! Представь, у нас на канале 1 000 000 подписчиков! Правда круто! А сейчас будет вечеринка! Ну это что? Вот у нас на прошлой неделе было 4 000 000 подписчиков. Вот это да, круто! Ну ладно, мы это... Пойдем! Нам пора праздновать! Пока! Пока! Наша вечеринка! Без нас не начинайте! Алло? Кто? PewDiePie? Коллаборацию? Дети, сам PewDiePie предложил снять вместе видео! Что? Еще нас на телевидение приглашают? К Малахову? За 500 тысяч? Знаете, я еще подумаю. Все-таки у нас 1 000 000 подписчиков. Что? За 1 000 000? Я согласна! Ну почему не звонят-то? Уже 1 000 000 подписчиков. Уже телефон разрядился. Нет, точно, я звук же выключила. Ай, все, наверное, пропустила. Нет, и звук включен тоже. Ну почему не звонят-то? Ну позвоните хоть кто-нибудь. Ну хоть рекламу туалетной бумаги. Ну хоть коллаборацию с мамой отличника. Все, я сейчас сама позвоню. Точно, точно. Алло, здрасте, это канал «Мы семья». Давайте с вами коллаборацию замутим. Как вы не знаете? Ну, канал «Мы семья», у нас 1 000 000 подписчиков. Мужчина, ну у нас 1 000 000 подписчиков, вы пропустите нас без очереди, пожалуйста. Конечно, конечно. Ой, спасибо, спасибо. Вообще-то у нас 1 000 000 подписчиков. Может, кассу откроете личную? Да это вы! Граждане, расходимся, расходимся! У них 1 000 000 подписчиков! Проходите, проходите, мой сын только вас и смотрит, только вас и смотрит. Все за мой счет, все за выкладывайте, выкладывайтесь. Это тоже можно взять, тоже можно, да, и микроволновку тоже берите. Давайте, давайте. Ой, я так рада. У нас вообще-то 1 000 000 подписчиков. У нас вне очереди, обслужите, пожалуйста. Вы нас, наверное, не поняли. У нас 1 000 000 подписчиков. Oh,
Вообще-то мы пришли. Ку-ку, у нас уже 1 000 000 подписчиков. Значит, вы говорите, Турция? Весь отель будет наш? Алло, что вы предлагаете, Дубай? Это интересно. И номер люкс, и личный слуга? Алло, Мальдивы? Мы будем одни на целом острове? Акулы будут приносить нам завтрак, а скаты обед? Я согласна. Значит, я хочу на Мальдивы, чтобы у меня был свой остров, личная акула для кормления, вилла в 5 этажей и свой комплект прислуги. В каком смысле 5 000 000 долларов? У меня вообще-то на канале 1 000 000 подписчиков. В каком смысле, ну и что? Да то, что я могу вам сделать такой отзыв о компании. К вам никто и не придет. Что? В полицию звоните? Ладно, ладно. Ну, может, есть Турция путевку? Тоже за деньги? Ну, может, в Анапу? И туда тоже платить? Ладно, спасибо. Дети, поехали в деревню. В лесу бесплатно можно погулять. Ну что, все готовы? Я собрала самое необходимое. А как же наши вещи? Да зачем нам? У нас же 1 000 000 подписчиков. Мы сейчас полетим в Америку и там все купим. А как же твоя новая машина? А зачем она? У нас же 1 000 000 подписчиков. Мы... Я уже понял, полетим в Америку и там все купим. А что в чемоданах? Ну у нас же 1 000 000 подписчиков. Куда я деньги-то буду складывать? Ну что стоим-то? Америка, жди нас! Мы что, летим в Америку? Ага, сейчас. Кому мы там нужны-то? У нас же уже 1 000 000 подписчиков. Мы можем жить где угодно. Вот поэтому мы и едем в деревню. А чемоданы зачем? Картошку складывать. Что вы собрались есть-то всю зиму? Одними лобстерами сыт не будешь. Давай устроим вам встречу, у нас уже 1 000 000 подписчиков. Это круто, придут столько людей и подарят мне подарки. Ребята, завтра приходите к 12 часам. Парк Победы будет фан-встреча. Будем веселиться и фотографироваться. Все, я записала. Что-то тут маловато народу. Да тут даже собаки не гуляют. Почему у нас 1 000 000 подписчиков? Такой холод. Да, и городочек-то у нас маленький. О, мальчик идет. Ой, мальчик, тебе что, автограф дать? У кого руки не замерзли? Давай, я пока с тобой сфоткаюсь. Ага. Не, тетенька, я только хотел спросить, как в библиотеку пройти. Вон она, видишь? Очки протри. Ну ладно. Может, надо было в Москву ехать? Да, походу. Здорово, Стя. А чё он? Он заржал. Катя, да вот так всё, давай. Алло, это канал «Мы семья». Давайте с вами коллаборацию заму... Ребята, завтра будет фан-встреча в Парке Победы. Приходите к 12 часам. Будем веселиться и... Что-то еще делать. Раз, два, три. У нас вообще-то 1 000 000 подписчиков. У нас не... У нас не... У нас не...